Растет число жертв суррогатного алкоголя в Красноярске. Врачам не удалось спасти 18-летнего юношу, который несколько дней находился в реанимации. Число умерших таким образом достигло 11 человек, пострадавших десятки. Виски, содержащие метиловый спирт, они заказывали через интернет. Арестованы 6 подозреваемых в распространении опасного для жизни алкоголя. Более 6 тысяч бутылок изъяты из продажи, где еще около 700 пока установить не удалось. Несколько уголовных дел по факту отравления суррогатом возбуждено и в Оренбургской области. Там 3 погибших. А в подмосковном Ногинске полицейские конфисковали партию некачественного алкоголя, который поставлялся в магазины розничной сети. Водка, вино, коньяк, текила, ром. Всего более 11 тысяч бутылок. Хранились они в гаражных боксах, принадлежащих местному жителю. Сам он задержан.